чуракан, дорогой, тут тебе что саку. Лаякла, каутухан, ты кучи данный самба, дынам, сагынам хатику. Лаякла, каутухан, ты кучи данный самба, дынам, сагынам чива рагаку. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Господь Иисус умер за наши грехи. Он был погребен, но на третий день воскрес. Аллилуйя! Господь Иисус умер не навсегда. Он воскрес на третий день. Аллилуйя! Именно об этом написано в Библии. О том, что Иисус воскрес, иначе проповедь Слова Божьего стала бы бессмысленной, и то, что я говорю вам, стало бы пустым словом. Но слава Господу! Наш Иисус живой! Господь Иисус воскрес! Проповедь Евангелия благословенна! Во-вторых, если бы Господь Иисус не воскрес, наша вера была бы бесплодной, и мы по-прежнему жили бы во грехе. Тогда и те, кто почили, будучи верующими во Христа, были бы потеряны навеки. Но слава Богу, Иисус воскрес. Мы больше не живем в наших грехах. Мы будем с нашим Господом вовеки. Аллилуйя! В-третьих, если бы Господь Иисус не воскрес, нас оставалось бы только пожалеть, дорогие мои. И однако Иисус воскрес. Наша участь не вызывает жалости. Напротив, мы самые счастливые люди во Вселенной. Сколько из вас могут сказать то же самое, что являются таковыми самыми счастливыми людьми на планете? Поднимите руки! Я hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Нас ждет завтрашний день благодаря тому, что Господь Иисус жив, потому что Он держит в Своих руках наше будущее. Он живой, и Он говорит нам: не бойтесь, не беспокойтесь, не тревожьтесь, потому что Иисус жив, и чудеса, которые Он совершал 2000 лет назад, происходят и сегодня. Слепые прозревают, неходячие встают на ноги, глухие слышат, прокаженные очищаются, Евангелие проповедуется всем бедным. Yang buta kan melihat diperbuatnya bagiku, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya,
yang kutakan melihat diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Благодаря тому, что Иисус жив, мы увидим, как наступит третья Пятидесятница. Несмотря на все то, что происходит в наши дни, сейчас совершается самый обильный урожай перед вторым пришествием Иисуса Христа. Происходит возрождение поколения Иеремии. Это поколение молодежи, которое исполнено Святым Духом, которое очень любит Иисуса, не идет на компромисс с грехом. Это поколение спасет много душ. Все, кто серьезно следует за Господом, получат силы, чтобы исполнить великое поручение Господа, потому что Господь Иисус живой каждый день, и Он победит этот COVID-19. Господь призывает нас, чтобы мы, во-первых, противостояли этому COVID-19 и экономическому кризису, провозглашая «Мир, приди!». А во-вторых, мы провозглашаем 91-й Псалом, потому что мы верим в него. И в-третьих, мы делаем то, что написано во второй книге Второзакония, 7 главе, 13 и 14 стихах. Мы смиряемся, молимся, ищем Божьего лица и отворачиваемся от своих греховных путей. Если мы будем это делать, то Господь услышит нас с неба, простит наши прегрешения и исцелит нас и всю Индонезию. Да что там Индонезию? Весь наш мир. Ну, а в-четвертых, нам нужно, просто-таки необходимо затаиться на какое-то небольшое время, пока не пройдет гнев, потому что Господь будет наказывать людей этого мира. В-пятых, все церкви должны объединиться и вместе создать алтарь молитвы, хвалы и поклонения, молясь о Божьей милости. Далее, в-шестых, нам нужно предпринимать меры предосторожности. Первое — это носить маски. Второе — это мыть руки с мылом. Третье — сохранять социальную дистанцию. Четвертое — ограничить себя в передвижениях. Пятое — держаться подальше от толпы. Шестое — пройти вакцинацию, так как Иисус живой. Он провозглашает: 2021 год — годом верности, своим принципам — это год верности. Нам нужно быть людьми, которые проявляют верность. Примером нам может послужить сам Господь Иисус, потому что Он сам является верным Господом. Если мы живем по Его заповедям, мы становимся все больше похожими на Него, а Он и есть муж верности. Нам важно помнить, что наша цель, как верующих, быть все больше похожими на нашего Господа Иисуса. Только те, кто преобразится в образ Господа, будут взяты к Нему во время Вознесения, когда наш Господь Иисус Христос явится снова на облаке. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi
seperti kau, Yesus. Menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Братья и сестры, если вы хотите жить в верности Богу, то поднимите ваши руки. Я хочу сейчас за вас помолиться. Господь, Ты видишь, что Твои дети простирают руки к Тебе. Они обещают Тебе быть верными и преобразовываться в Твой образ. О Иисус, Господь наш, благослови их. Господь, в этот день я прошу Тебя, излей свое благословение, излей на них благословение Пасхи. О Господь, Ты так любишь своих детей. Ты знаешь, в чем они нуждаются сегодня. Благодарю Тебя, Господь. Они, возможно, больны, а Ты исцели их, Господь, во имя Иисуса. Возможно, у них финансовые трудности. Прошу Тебя о милости для них, Господь. Прояви свою милость к ним, Господь. Ты обеспечишь их, Ты обильно благословишь их во всяком добром деле, Господь. Благослови своих детей с избытком, прояви свою милость к ним. Отец, благодарю Тебя во имя Господа Иисуса Христа. Благодарю Тебя. Аминь. Amen. Give glory to Jesus.